В Буйнакском районе Дагестана обрушился мост. Пострадавших нет, сообщает в администрации района. Мост был установлен над рекой Атлан-Озень и вел в селение Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Предварительная причина обрушения – падение опоры конструкции из-за нагрузки. Сейчас мост оцеплен. Местные жители могут воспользоваться объездной дорогой. Сооружение находится на балансе органов исполнительной власти республики. Поэтому местные власти не могут самостоятельно принимать решение о ремонте. Однако в администрации района сформирована спецкомиссия вместе с балансодержателем сооружения, которая и примет решение о дальнейших действиях.